10 фактов об Мухаммаде ибн Мусе аль-Хорезми. Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми родился в Хорезме в 783 году. Аль-Хорезми впервые ввел в использование цифру 0. Ученый внедрил в науку широко используемую во всем мире систему счисления. В то время как на Западе многие считали, что Земля плоская, аль-Хорезми доказал, что планета круглая. Аль-Хорезми изобрел метод изготовления мраморной плиты, важного элемента солнечных часов. Со времен античности математика не делилась на алгебру и арифметику. Алгебра стала самостоятельной дисциплиной лишь благодаря аль-Хорезми. Функция тангенса впервые появилась в астрономическом труде аль-Хорезми «Зидж». Аль-Хорезми в своей книге «Китаб Сурат Ал-Арт» впервые в середине века описал обитаемые земли восточного полушария и привел карту мира. Ученый скончался в 850 году в Багдаде. В 1976 году рабочая группа по номенклатуре планетной системы назвала один из кратеров на Луне в честь Мусы аль-Хорезми.